Ребят, всем привет, вам кто на связи. Сейчас 2 дня пробыл в Алабаме, штат Алабама, небольшой городок. Вот, потом связался со своим диспетчером, и он мне сказал, что надо переехать поближе к Атланте. Я сейчас приехал поближе к Атланте. Вот, и сейчас вот сижу на тракстопе, ну просто делать нечего, сегодня еще воскресенье, поэтому так смотрю, что тут. И вот приехала скорая пожарная, и там вот человек, я его не вижу на Форде, на пикап-траке, вот что-то случилось, и они сейчас ему оказывают первую помощь. Я не поехал в саму Атланту. Здесь очень жарко, поэтому людям, может быть, плохо стало кому-то. Это вполне реально. Тем более, если человек пожилой, а у меня нет возможности, я не знаю, человек пожилой, не пожилой, мужчина, вот. Ну, в общем, полиция не приехала, а вот скорые пожарные приехали, они из этого. Такое, да, бывает. Жарко, когда очень. Ты приехал, здесь вон стоит этот трак-бокс, он, видите, желтый. Вот это трак-бокс называется. Вот, там тоже, по-моему, не надо, чтобы было CDL. Вот, я как бы рядышком встал. Пока не говорили, не разговаривая. Хотел тоже бы на таком траке поработать. Не знаю, поскольку там по ценам отличается работа. Или такая же все, неизвестно. Вот. В общем, ждем до завтра. Надеюсь, что завтра с утра мне уже дадут заказ, груз. И я поеду работать.